Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hard Reset Info. Сегодня я вам покажу, как на телефоне Qubot P40 сменить рингтон. Для начала мы разблокируем наше устройство и переходим в настройки. В настройках листаем чуть ниже и заходим в подпункт «Звук». Далее спускаемся чуть ниже и видим здесь пункт «Рингтон». Нажимаем сюда. Как мы видим, перед нами высвечивается стандартная библиотека рингтонов. Выбрали мы рингтон, нажали ОК, и теперь этот рингтон успешно был применен. Чтобы выбрать свою мелодию, мы листаем в самый низ и нажимаем сюда «Добавить рингтон». Нас перекидывают файлы, и в файлах мы выбираем свой MP3 файл, который мы хотим установить как рингтон. А на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!